Dedicated to my dear and not forgotten friend Leon Key. Он годами истязал, причинял мне душевную и невыносимую физическую боль, а затем, как будто этого было мало, просто накинул мне цепи на шею. Жив? Старим? Слабак. Месяцами он держал меня в подвале. Приносил мне кусок хлеба и кусок мяса. И постоянно мне говорил, что я должен кого-то убить. Если я это сделаю, моя жизнь никогда больше не будет прежней. Михаил? Все верно? Да, вроде по телефону же только что общались. Да, это привычка. Извините. Проходите, пожалуйста. Ничего себе библиотека. Кстати, пугаете. Еще такого не было, чтобы мне по личному звонку заказывали написание сценариев. Честно вам скажу, это моя первая серьезная работа. Да, а я думал, это обычная практика в 21 веке. Вы явно не следите за нашей отсутствующей индустрией. Но в любом случае, вот вам ваш сценарий. Ознакомьтесь здесь. Да, сперва мне нужно в туалет. Да, конечно. Проходите. Прямо и направо. Убил. Почему я его должен убить? Я не хочу никого убивать. Потому что он причинил мне боль. Он отнял у меня кое-что, что я очень сильно люблю. Да он беднее тебя. Заткнись, Миша! Ты сделаешь так, как я сказал, и будешь тем, чем должен быть. Ясно? Ясно? Кто собачка? Хороший. Здравствуйте! Может быть, вам чай, кофе? У нас только спиртного нет, а Анатолий не употребляет уже второй год.
Спасибо, дорогая. Что мне делать теперь? На что мне надеяться и чего мне ожидать? Как я могу нормально жить после всего пережитого? Я так понимаю, в сценарии есть что-то из вашего опыта. Это что-то личное? Видишь ли ты, Миша? Видишь? Она погибла. Неужели ты не видишь, как она светит? Ты не видишь, как свет Да, вижу. Простите, что вы сказали? Такой реакции я не ожидал. Знаете, Михаил, я думаю, у меня все еще получится. Я по поводу написания сценариев. Михаил? 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 Я на несколько часов смог впасть в очень глубокий сон. Да-да, из личного. Когда я проснулся, я осознал, что я вновь нахожусь в том же мрачном месте. Я захотел убить себя. Я почти это сделал. Извините. Thank you.